Почему в России так мало миссионерской деятельности среди молодежи? Ведь есть те, кто в 16-18 лет уже хотят много узнавать о вере и рассказывать о Христе другим. Это большая проблема. Я, кстати, вот был на миссионерской конференции в Санкт-Петербургской митрополии. Да, и там на этой конференции были люди, которые непосредственно относятся к миссионерской деятельности и занимаются миссионерством. Вот. Ну, в целом, ощущения такие, знаете, что у нас с миссионерством серьезные проблемы. Очень серьезные. Почему в России так мало миссионерской деятельности? Видимо, потому что наша церковь находится в глубочайшем духовном кризисе. А миссионерство – это все-таки функция, свойственная ей вообще, ее природе, церковной природе функция миссионерства. Поскольку сама церковь в кризисе, поэтому и миссионерство в кризисе.